Русская служба новостей. 18 часов 3 минуты. У микрофона Петр Кузнецов. Это программа «Позиция». Сегодня у нас в гостях депутат Госдумы Единорос Евгений Федоров. Евгений Алексеевич, добрый вечер. Здравствуйте. Я бы хотел начать с того ролика, благодаря которому вы, что ли, во второй, в третий раз стали популярны. Сейчас его обсуждают. Это речь шла о том, кто освободил Алексея Навального. Давайте одну из выдержек прямо сейчас послушаем. Евгений Федоров о том, кто освободил Навального и почему у него особый статус. Кто мог дать такую команду? В отношении Навального. Понятно, кто. Обама. Соединенные Штаты гарантируют Навальному не только пособие политическое, они гарантируют ему личную неприкосновенность и гарантируют безопасность его семьи. Поэтому его семья может вести себя абсолютно смело. В принципе, Навальный может ходить по улицам российских городов и бить людей. У него статус выше. Он может ездить с мигалками по Москве, и ему будут часовые давать честь. Ну и там же, в этой же программе, была затронута тема вообще о том, кто сейчас руководит на самом деле в России. Вот Евгений Федоров считает, что это те же самые Соединенные Штаты Америки. Давайте про то, как Россия оккупированная территория и когда Америка ее завладеет полностью. Принято решение оккупантам уничтожить Россию, русский народ отдельно. Вопрос только в сроках. Как получится? И отдельные отрасли. Сейчас выяснили наши правоохранительные органы, почему упала, значит, эта ракета. Да потому что просто диверсант поменял не так, сделал там эту схему строительства ракеты, датчики и уехал в Америку. Он выполнил свою работу, получил премию и уехал. Обычная диверсия. Точно так с Академией наук. У меня несколько вопросов по Навальному. Скажите, пожалуйста, если, по-вашему, у него суперстатус особый, почему тогда все эти преследования по Киров-Лесу? Зачем нужно было доводить человека с особым суперстатусом до судебных разбирательств? Ну и чуть ли не... Сейчас никто не складывал с него обвинения, да? 5 лет ему грозит. Или же этот суперстатус появился вот сейчас, в процессе? Его выбрали как человека, да, на которого будет сделана ставка, который призван разрушить, да? Суперстатус. У нас получается, да, серьезный разговор о принципах управления и, в частности, принципов управления на территории вассала или колонии. Подчеркиваю, вассала и колонии в мире много, и принципы везде одинаковые. И любая страна, которая проиграет капитально серьезно войну, она становится либо вассалом, либо колонией. То есть это одно цепляет за другое следствие. Соответственно, система управления колонией и вассала, вы сейчас спрашиваете, подразумевает параллельную систему управления. Если вы обратите внимание, уже по Путин и прокуратура подключились к просвечиванию этого ситуации. Вот последний доклад прокурора, который все умалчивают перед Советом Федерации, прямо говорит о том, что есть параллельная система управления страной в части законодательства, открыто, генеральный прокурор говорит. А, например, Путин открыто говорит о том, что вот с Кулистиковым, когда он говорит, вот вы, говорит, Кулистиков, агент ЦРУ. Кулистиков говорит, да. Путин говорит, видите, какой у нас статус страны, что у нас агенты ЦРУ во главе важнейших институтов. Например, Кулистиков возглавляет НТВ. Это характерный статус любой колонии. Колоний в мире было много. Сотни. Это такой тип нахождения государства и народа в определенном статусе после поражения в войне. Понимаете? Еще раз, мы проиграли войну. Проиграли войну в 91-м году. 45-91 годов. Война была тяжелая. В ней погибли миллионы людей. Там Корею, вспомните, Вьетнам. Проигравшая страна была разбита на ряд гауляйтерств. Условное название 15 штук. Каждая из которых была создана победителем. Подобно тому, как Советский Союз создал государство ГДР, или государство Польша, или государство Чехословакии в результате своей победы в свое время. Там разные технологии государственного строительства. Для англосаксов – колониальное строительство. Для русского – расширение государственного пространства. Формирование равного пространства. Недаром русские строят. Вошли в Афганистан, начали строить заводы. А американцы вошли в Афганистан, начали все разрушать и производить наркотики. Разные технологии, но это технология историческая, проистекающая из культуры. Так же, как и с Египтом. Это разные технологии управления, да, то есть английский мир был тоже гигантский, английская империя была больше российской, но она была, делилась четко на этажи, вот как сейчас американцы говорят, вы немцы третьего сорта, это же публично они говорят. Так и это англосаксонский взгляд на исторические, так сказать, процессы и на территории, которые им подконтрольны. Поэтому Россию они воспринимают как колонию, подлежащую двум вещам. Первое, эксплуатация. И мы это видим. Расчет наш показывает, что мы живем раз 20 хуже, чем могли бы жить наша экономика и страна, если бы были свободные. То есть фактор эксплуатации. И, кстати, каждого человека в частности, не только страны в целом. И фактор решения проблемы политической конкуренции, то есть ликвидации. Вот англичане, например, ликвидировали в свое время Индию, разбив ее на Пакистан и Индию.
Точно так они действуют в отношении России. Поддерживали с американцами процессы Хасавюртовского соглашения 99 года. Этот процесс был остановлен в результате войны, между прочим, напоминаю. Но он не отменен. Он отложен на период, скажем так, влияния на ситуацию Путина. Значит, они вышибают, проживают эту ситуацию и дальше возвращаются к процессу ликвидации. Понятно почему. Потому что Россия для них слишком рискованная колония, которая будет все время пытаться как-то вырыкнуть, сбунтоваться. Я вас перебью. Навальный в этом факторе эксплуатации какую роль играет? Это если мы конкретно, с него начали. Да, это конкретный элемент эксплуатационного режима. Вернее, колониального режима, более точное слово. Так вы поняли, что он обладает вот этим, вот этой единицей боевой, да? Он уличная компонента, конечно. После того, как выяснилось, что его на следующий же день выпустили из подстрелки. Навального американцы, его статус заявили давным-давно. Вспомните, когда его, например, во-первых, Викиликс он проходит в американском докладе посла, вы можете посмотреть, в 2008 году. Ну, там много чего было. Ну, например, когда его посадили на 15 суток, где-то год назад, официальная позиция была главы Госдепартамента. Угу. Это статус заместителя Обамы, между прочим. То есть даже на 15 суток его сажать нельзя, сказал глава департамента. Это прямая речь, это цитата. Ну, естественно, это официально, угу. Можете поднять. Если мы сейчас посмотрим сегодняшнее решение, то, конечно, оно связано, смотрим, складываем вместе, прокурор, технология параллельного управления, агентура, тот же судья, который отпустил Навального, он вообще-то грантополучатель. Вот второй судья. И это официально. Не Блинов. Нет, второй. Те, которые на следующий день принимают решение. Я вынужден вас прервать. Давай. Мы продолжим буквально через полторы минуты. Сейчас реклама. У нас в студии депутат Госдумы Единорос Евгений Федоров, который утверждает, что Навальный – это заказ США в том плане, что отпустили Навального именно по звонку Барака Обамы. В связи с этим у меня вопрос. И вы согласны с позицией Евгения Федорова о том, что Навального освободили по указу Обамы, по команде. США в целом управляет Россией как оккупированной территорией, то есть нет ни одного заказа в стране, не написанного Америкой сейчас. 916-5581, вы согласны с этой позицией? 916-5582, вы с этой позицией категорически не согласны? Перед тем, как начать принимать ваши телефонные звонки, их очень много. Вот, например, по окулистику, вот Дениса не могу не зачитать, мы от окулистики, чтобы далеко не уходили. Если Кулистиков, по-вашему, агент Госдепа, это Денис пишет, то что же он штампует анатомии то про разные оппозиции, то про другие анатомии, здесь обрывистый текст, а про ближайшее окружение Путина никаких анатомий нет. Во-первых, сколько угодно. Я вспоминаю, когда разворачивали, допустим, это самое, газету «Коммерсант», на первой странице показывали якобы дачу Путина. То есть, естественно, вранье было на самых первых полосах, на первых. Но даже не об этом речь. Вот, уважаемый зритель, я думаю, что ему надо просто посмотреть, как устроена любая система управления. Вот, например, он работает в какой-то организации или фирме. Он же понимает, что там же нету такой вот жесточайшей вертикали власти. В любой организации нету, даже в военной. Есть всегда люфты, есть всегда борьба, есть всегда какие-то там начальники отделов, которые бузят против начальников управления. Это обычная система управления. Поэтому американцы, они не контролируют в России все. Они в России контролируют правила. Условно говоря, и Медведев об этом как-то говорил, когда его избрали президентом, он сказал, я менеджер. То есть российская власть имеет право на менеджерские решения, то есть тактические. На стратегические решения, то есть правила, это и полностью за эти вопросы определяют Соединенные Штаты Америки. То есть мы сейчас с вами обсуждаем типичный механизм взаимоотношений колонии с метрополией. Угу. Он не специфический для России. И мы также можем, также механизм работал СССР Польши или СССР ГДР. Это стандартная техника, да, то есть эта техника означает, что там всегда есть люфт, всегда есть борьба, маневр, но система в целом работает на внешнюю сторону. И американцы определяют в России правила, и у них для этих правил есть некоторое количество агентов, о чем генеральный прокурор и сказал. Это же мы подходим к главным вопросам, технологии управления оккупированной территорией. Просто люди в силу пропаганды, а пропаганда оккупанта характерна для любой колонии, это мы не исключение. Они многих вещей не воспринимают их реальность, да, то есть идет вранье. И законы на это у нас построены. То есть, если мы начинаем думать на это, очень быстро все это очищается от внешнего такого пропагандистского вранья. Вы продолжаете соглашаться с позицией нашего сегодняшнего гостя, тогда продолжайте набирать 916-5581, правда, у вас машина примет только один ваш звонок с одного номера. 916-5582, если категорически не согласны, но и внимание те, кто
напоминаю правила нашей программы «Позиция». В эфир звонят те, кто не согласен, те, кто готов поспорить. Это вы, 788-107-0. Добрый вечер. Добрый вечер. Прошу вас. У меня вопрос к вашему гостю. Давайте определимся. Вы не согласны? Конечно же, не согласен. Но... Давайте ваш вопрос. Да, я хотел бы узнать, вот как представитель правящей партии «Единая Россия», почему же вот эти вопросы мы обсуждаем на радио, а не в парламенте? В парламенте эти вопросы тоже обсуждались и с разных партий, и правящих, и неправящих. Я могу назвать там Богорякова, например, депутата, который поднял эти вопросы и был тут же вычищен из парламента, например. То есть само по себе, вы сейчас у меня спрашиваете, как бы теоретический вопрос, как на оккупированной территории живется избранным депутатом? Ну вот на любой оккупированной территории избранным депутатом как-то живется. Они работают, ходят на работу, их подбирают по определенному принципу. И они работают в системе внешнего управления. Это характерно для любой колонии. Можно, конечно, сейчас теорию дать, как лекцию, да, но это неправильно. Лучше вы посмотрите, как управлялась Англия, допустим, Индия, как Советский Союз управлял Польшей. Вы везде найдете абсолютно такие же технологии, как сейчас по отношению к России. Тут нет никакого исключения. 34-й не понимает, почему американцы не могут добиться выдачи Сноудена или освобождения Тимошенко так же легко, как это сделали с освобождением Навального? Ну, во-первых, я не сказал, что легко. Просто, скажем так, внутренние силы в России не стали включаться так жестко, я имею в виду внутренне национально ориентированный Путин, как, например, могли бы теоретически. Да? То есть это все-таки процесс определенной борьбы. Во-вторых, Обама открыто сказал, что он не хочет политизировать дело Сноудена. И он специально выступил, кстати, понятно, поскольку Сноуден в России, это было к России обращено, и сказал, да, меня пытаются со мной как бы договориться, но я не хочу считать этот вопрос политический, и не пойду на договоры. Договоры тоже элемент внешнего управления, понятно, да? То есть, фактически, Обама сказал, Сноуден не так важен. А мы не стали сопротивляться как-то, но Путин не стал лично звонить и требовать, чтобы его не отпускали. И не должен был это делать. И об этом он, кстати, публично и сказал. Просто это вот борьба, она всегда складывается в определенной последовательности. Не всегда, кстати, у американцев все получается. Вон они свергли, например, предыдущего своего человека в Египте, но вместо него им Барадея назначить не удалось. Назначили промежуточную фигуру, и пришлось сейчас его опять свергать. То есть есть система, она влияет, но это не значит, что у системы все получается в мелочах. 788-107-0, звонок в прямой эфир. Я напомню по голосованию 916-5581, по традиции линия, согласно которой вы соглашаетесь с позицией нашего гостя. Я напомню, что Евгений Федоров утверждает, что США управляет Россией, Навального освободили по звонку Обамы, и в нашей стране, по сути, нет ни одного закона, не написанного Америкой. 916-5581. Системного закона. 916, как раз через 3 минуты будем говорить о законе, который собираетесь принимать по бизнесу. 916-5582, вы с этой позиции категорически не согласны. После того, как набираете вторую линию, 788-1070, добро пожаловать в прямой эфир, и вы свое несогласие выражаете публично. Добрый вечер. Только корректно, естественно. Слушаем. Добрый вечер, Алексей. Слушаем вас, да. Да, Алексей. Ну, я не могу, конечно, согласиться с такой позицией, что у нас во всем виноваты американцы. Особенно от людей, которые правят уже, сколько у нас у власти, там, 15 лет почти, да? Да, почти. Владимир Владимирович стоит. Так вот, вопрос очень простой, опять возвращаемся. Значит, если наш уважаемый представитель власти говорит о том, что в стране правят американцы, то что здесь делает Владимир Владимирович со своими друзьями, жуликами, ворами, сидящими в партии, в правительстве и так далее? Ведь этот человек находится у власти уже 13 лет, обладает абсолютной властью в нашей стране. Спасибо. Прошу вас, да. Полторы минуты у нас до конца этой темы. Начну со второй части вопроса. Вот я только вчера взял, и просто и вы можете это сделать, положил рядом две конституции, три даже. 77-го года, Сталинскую конституцию и Конституцию России. И вот вы там можете посмотреть. Полномочия президента Российской Федерации, кстати, тоже должность иностранная, то есть привезенная из-за рубежа, подобно тому, как Гитлер привез там должности гауляйтер, староста на оккупированную территорию СССР. Так вот, полномочия президента Российской Федерации по конструкции нашей Конституции на порядок ниже, чем полномочия председателя Президиума Верховного Совета СССР. Причем и территорию того была побольше. А вы представляете теперь, насколько порядков у него меньше полномочий, чем генсека? Потому что, напоминаю, представитель президента Верховного Совета это Подгорный, до него там был, например, Калинин из известных. Так вот, полномочия даже по официальной конституции на порядок меньше. Ну, например, у Подгорного было право менять Конституцию СССР.
у президента страны такого вообще права нет, даже рядом не расположено. Ну, просто как пример даю. То есть совокупность конкретных формальных полномочий у него на порядок меньше. Поэтому слова про какие-то большие полномочия – это пропагандистское вранье. То есть оккупанты просто придумали пропагандистские штампы, и люди эти штампы повторяют, не вдумываясь в содержание вопроса. Вы разберитесь. Это первый момент. Второй момент. Кратко только, мы сейчас... Давайте о втором моменте сейчас. Хорошо. У нас очень четкая реклама. 18.20, прерываемся на рекламу, через полторы минуты обозначить вторую позицию. Чтобы время не терять, Евгений Алексеевич, да. По второму вопросу. Да, очень коротко. Еще раз говорю, отправлю вас к теории вопроса. Статус колонии вечен, подчеркиваю, вечен, если народ в силу специального отдельного процесса, мы его называем процесс национального освободительного движения, он так исторически называется, не решит восстановить свою свободу. Это может быть внешний процесс. Например, Болгария была колонией 500 лет, пока не пришла русская армия. Это может быть внутренний процесс, то есть национально-освободительное восстание. Но этот статус сам по себе никогда долговременно не растворяется. Да? То есть если люди стали рабами, они в этом статусе остаются, пока не решат быть свободными и не проявят силы для своего освобождения. Причем силы, сопоставимые по напряжению с войной. Потому что оккупант никогда не отдаст просто так. Он не для того воевал. А вы прогнозируете это освобождение у нас? Я исхожу из того, что Россия, как говорится, русский народ, народ-победитель. И находиться в статусе раба для русского народа неприемлемо. Американцы это тоже. В этом плане русский народ очень терпелив, я вот к чему. А русский народ еще долго очень может терпеть. Он, конечно, победитель, но при этом терпит до последнего. Я понимаю, что он терпит до последнего, но все-таки находиться в состоянии рабства для него непереваримо. Это мое личное мнение, исходя из своих предков. Я смотрю же по своим отцу, деду, прадеду. А не вообще теория вопроса. Поэтому для нас самое главное – это сломать американскую пропагандистскую оккупационную машину, которая сильнее гитлеровской, геббельсовской пропаганды на порядок. Они научились от Гитлера, потому что видели, что Гитлер недооценивал пропагандистский аспект, нападая на Советский Союз. И я уверен, что процесс, и он идет. Я вам скажу, СМИ-то запрещено об этом говорить. А СМИ в любой колонии тоже входят в систему оккупационного контроля. Но мы, например, уже сотни городов поднялись в митингах в защиту освобождение своей родины, сотни городов. Вы можете в интернете это найти. Об этом запрещено говорить, СМИ об этом никогда не скажут, в том числе в Москве, в Питере, во всех городах России. 24 субъекта. И это было осень. Мы весной ожидаем, что уже будут сотни, не сотня, а сотни городов. Поэтому все зависит от человека. Он хочет быть рабом или не хочет быть рабом. И история про то, что его там можно обмануть пропагандой, я считаю, в сегодняшнем информационном мире неприемлемо. Можно, если он сам не хочет знать правду, если он не вписывается за свою страну, как его дед, то есть предал своего деда. Я думаю, что Россия с учетом фактора Путина решит эту проблему в ближайшие 2-3 года. Это мой анализ уже и как политика, да, но это будет борьба очень жесткая. Это смотрите, не будет халява. С вашей позиции по поводу влияния Америки на то, что происходит в России, ну и в частности, да, по Навальному, что это от кончиков пальцев, ног до кончиков пальцев руки, это заказ США. С вами согласны 65,8%, 34,2% против и недовольных мы не согласны. Недовольных позиций, не согласных мы послушали в прямом эфире. У нас еще по лояльным кампаниям. Мы переключаемся на еще одну тему. Вы же ее автор в том плане, что сегодня стало известно, что в Госдуме есть идея сформировать список так называемых лояльных наций кампаний, которые могли бы получить существенные льготы и привилегии. Вы вместе с членами межфракционной депутатской группы, которая называется «Российский суверенитет», подготовили уже законопроект о статусе национального бизнеса в России. Давайте, для чего этот закон, прежде всего? Национальный статус, статус национального бизнеса в России. И мне бы хотелось понять, раз затронут такой вопрос о статусе, какой статус у бизнеса национального сейчас? Или его нет? Значит, смотрите, дальше мы опять же, в каком-то смысле у нас теоретические разговоры, это хорошо. На территории страны, у которой нет суверенитета, есть характерные признаки в области экономики. В частности, у России, что нет в России, что есть, например, во Франции. У России нет национального капитала как вида. У России нет инвестиционного механизма как института, как вида. У России нет национальной валюты, привязанной к стране. У нас рубль привязан в чистом виде к доллару и евро путем их обмена. У России нет малого бизнеса как вида в области промышленности точно, но и в целом он в 5 раз меньше, чем нужно для нормального развития экономики. И вообще в целом российской экономики, о чем Путин уже 10 лет говорит, несовременный.
То есть мы по своему статусу, а все законы пишут для нас оккупанты. Это правило любой колонии. Так получается, этот закон тоже. В деградационном плане находимся. Нет. Пишут по определенной технологии. Этот закон-то мы написали, депутаты написали, депутатская группа. Это, если хотите, его же еще принять надо. Подождите, мы с вами закон-то обсуждаем, еще его принять. И будет борьба вокруг его принятия. Теперь о чем конкретно закон? Мы вводим вот один из этих, я назвал 6 пунктов, под названием «Национальный бизнес», и привязываем политику Центрального банка, которую, я напоминаю, Путин пытается заставить поддерживать национальную экономику, а Центральный банк, несмотря на то, что там лояльный к нему Набиуллина, не будет этого делать, потому что у него нет таких прав, потому что оккупант это не разрешит. Потому что как только возникает вопрос поддержки национальной экономики, надо сокращать международные резервы. Они уже потрачены бюджетом, не просто экономикой, а бюджетом США и Европы. То есть их уже раздали пенсионерам Америки. И как вы теперь хотите, чтобы Америка обратно пенсионеров отняла и отдала России, потому что Путин решил, видишь ли, изменить политику Центрального банка? Мы должны просто понимать политику вопроса, а не только как. Как это любой экономист вам скажет? А вот есть ли силы, чтобы это решить? Соответственно, закон будет именно... Он позволяет идти, решать эту проблему поэтапно. То есть мы формируем статус национального бизнеса и обязываем Центральный банк обеспечить национальный бизнес по ставкам и технологии работы, как, допустим, Европейский Центральный банк. На выходе, объясняю, это порядка от 2 до 4% кредит на выходе. На входе это в банковскую систему не 8,5%, а 0,5%, как в Европе. В Японии вообще 0%. И с более и лояльные нормативы. То есть хотя бы мягче нормативы, как они в Европе. У нас жестче еще нормативы. Вот эти Базель 3 мы вводим с 1 января, который вообще в мире нет его. Только мы закручиваем гайки до конца, чтобы не было национального капитала. Соответственно, мы как бы даем Центральному банку два направления работы. Один стандартный, как сейчас, запретительный для национальной экономики, и другой лояльный по отношению к национальному бизнесу. Но национальный бизнес определен в законе его статус. Я вам скажу сразу, не буду детали, вы посмотрите. Под него не подпадает ни одна крупная российская компания, потому что у нас их нет как института. То есть мы создали закон, по которому он должен только создаваться под воздействием стимулов, низкие процентные ставки и государственного давления. Понимаете, да? То есть либо он из малого бизнеса вырастет в национальный бизнес, либо крупные российские компании будут думать, как им из-за рубежа, из офшоров переходить в российскую юрисдикцию. Там два главных критерия. Это собственность этого бизнеса. Основной собственник должен быть в России, вся цепочка. И это независимость от иностранных кредитных учреждений. То есть отсутствие иностранного кредитования свыше определенных нормативов. Вот два критерия, под которые не подпадает ни один крупный бизнесмен в России. С одной стороны, это парадокс, но с другой стороны, это показывает статус страны, колониальный статус страны. Но вы считаете, те, кто не попадает, это заставит каким-то образом попытаться войти? Конечно, у них создастся условия. Смотрите, Газпром, РЖД, они не будут... Они не попадут, я вам сразу скажу, они не пройдут. Они не будут стараться в реестр попасть. Зачем? Нет, во-первых, как это? Одно дело иметь доступ к кредиту, как сейчас, формально 20%, другое 4% или 3%. Согласитесь, это разные вещи. Просто Газпром эту проблему решает за счет иностранных институтов. Вы же намекаете на то, что кредит из-за рубежа – это негативный фактор. Просто там же условия этого кредита жестче, поэтому мне кажется, что это все-таки фактор. Во-первых, жестче – это неправда. Давайте с вами говорим. Жестче – это степень, вот те самые Базели. Россия – первая страна в евразийском континенте, вводящая Базель 3 1 января. Первая. А вы говорите… То есть у нас жесткость на порядок выше раз в 5, чем в Европе, чем в Италии, Франции, Германии. То есть это вранье, что там более жесткие условия. Ничего подобного. Наоборот, в России жестче условия. Базель 3. Выше жестче не бывает. Европа и Америка отказались от Базеля 3. А Россия его вводит. И сегодняшние условия мы даже на сайте вывесили сравнительную таблицу. Раз в 5 выше. Жестче для банков. То есть фактически банкам не дают работать. Не дают инвестировать в свою страну. Собственную. Только им можно кассовый разрыв обеспечивать. И все. Давайте в 18:30 мы о полезности этого закона уже со слушателями после информационного выпуска. 18:33 в программе «Позиция» сегодня депутат Госдумы «Единорос» Евгений Федоров. Он считает, что закон о статусе национального бизнеса решит проблему, существующую поэтапно, с возможностью взывания волны патриотизации, что ли, среди российских компаний. Вы согласны с этой позицией? Евгений Федоров, между тем, и автор, собственно, этого законопроекта. 916-5581. Если не согласны, то 916-5582 – это линия для вас. Подключаем к нашему диалогу уже слушателей. Но вот Денис через сайт русновости.ру
пишет, что можете ли вы назвать, можете ли гость назвать пример компании, кому бы он первым присвоил это почетное звание? Нет, подождите, это звание не присваивает государство вообще. Это автоматическое звание. Фигурально выражается, Денис. Это не так. Кто из компаний уже претендует на включение в реестр? У нас таких нет. Я же бы сказал, у нас нет компаний, которые мы можем назвать национальным бизнесом. Чтобы Денис понял, они должны появляться после принятия закона. Они после принятия закона начнут появляться. Они придут из малого и среднего бизнеса, в котором есть национальные компании. И очень сомневаюсь, что крупные компании, ну, может, одна-две из них смогут как бы перейти в российскую юрисдикцию. Они не решат проблему собственности. Вот еще проблему кредитования им заместит наша банковская система. А проблему собственности, а там два критерия. Собственность российская должна быть. Они не решат. Поэтому это очень системный, стратегический закон. И очень коротко, как бы, по-простому я бы сказал так. Сегодня деньги ЦБ собирает с нас. Вот каждый человек, у которого в кармане рубль, должен знать, или 10 рублей, или 100, что ровно на 100 рублей, которые он держит, или 1000, он заплатил американцам дань через ЦБ. То именно поэтому ЦБ и выдал ему этот рубль. Чтобы ему выдать, он должен был оплатить дань в Америку за него. А человек-то получил за свой труд. Поэтому каждый человек в России платит дань, а не только что государство в целом. Так вот, собирает дань ЦБ, отправляет в Штаты и Европу, и оттуда часть денег возвращается в виде кредитов для российских предприятий. Технология, ну, для строительства, это инвестиционная основная вещь. Вот как работает сегодня технология. Мы расщепляем этим законом технологию и часть денег направляем не в Америку в качестве дани, для начала маленькую, потому что таких предприятий мало, их нет пока. А направляем часть денег непосредственно, как это делает Европа, Америка, Китай, Япония, все остальные, на национальные инвестиции. То есть через банковскую систему начинаем строить заводы. Отсюда индустриализация, не через Америку и Европу индустриализация, а напрямую. Отсюда рост зарплат, пенсии, потому что понятно, что не надо отмывать деньги через Европу, через европейские банки. Отсюда снижение инфляции, причем резкое. Потому что государство берет под контроль процессы в экономике, которые в стране. Я вам скажу, иностранное кредитование в России 700 миллиардов долларов. Понятно, да, масштаб. Такой гигантский масштаб сопоставим со всей денежной массой страны, больше ее. И это как раз институт несуверенного статуса российской экономики. Мы постепенно разворачиваем, формируем институты суверенной экономики. В том числе начиная с бизнеса, с банковской системы. 916-5581. Если вы поняли и понимаете... Ну, это сложный вопрос экономический, конечно. Но, тем не менее, наши слушатели разбираются и в этой сложной сфере. Они успели понять, что этот законопроект, пусть не в первоначальном своем виде, да, потому что в Минэконом сказали, что сегодня в таком виде его вряд ли примут. Ну, то есть еще это будет нет, еще... Да-да-да. Вы понимаете, о чем этот закон, вы скорее его поддерживаете, соответственно, поддерживаете позицию его автора Евгения Федорова. 916-5581, 916-5582, категорически не согласны. И вот вторых я и хочу послушать, 788-1070. Добрый вечер вам, говорим, алло. Добрый вечер. Какие у вас вопросы и что, может быть, вызывает ваше недоумение? Ну, я хочу сказать, что Евгений Алексеевич очень хорошая и приятная база, и действительно приятно слушать эти подходы. Единственное, что вызывает большое удивление выводы, которые делаются, Евгений Алексеевич представляет партию «Единая Россия». Я правильно понял? Нет, я в данном случае представляю депутатское объединение «Российский суверенитет». Я председатель депутатского объединения. Межфракционное. Межфракционное. Там все четыре фракции в этом объединении. Ну, таким образом, как бы получается, ну, во-первых, хочу две коротких ремарки совершенно. По Конституции, то есть вы говорили, что в советское время было больше прав. Но когда хотели поменять Конституцию, ее поменяли ровно 4 на 6 лет. А вот в отношении как бы этой вещи, что как бы Россия является колонией, то есть получается у нас выбрано правительство является назначенным колониальным правительством Америки. Да, это бургомистры на оккупированной территории СССР. Это люди из русских, которые по определенной процедуре, кстати, в том числе избирались. Там не только назначал гауляйтер, избирались. Это была демократия на оккупированной территории СССР. Там даже футбольные матчи проводили. Но это они работают по законам определенной внешней силы. То есть гауляйтерам или другим государствам. Да. Понятно. То есть, поскольку у нас вертикаль власти, то у нас и первое лицо фактически опосредственно назначено из Америки, получается. Первое лицо в советской иерархии, это даже не второе, а как мы сейчас обсудили, третье, если мы сравним с советской иерархией. То есть это некая должность гаранта оккупационной конституции. Такая она и сделана.
То есть полномочия вышестоящие по отношению к нашему первому как бы лицу, они находятся в иностранной юрисдикции, понимаете, да? Условно говоря, генеральный секретарь сидит в Вашингтоне. Он уехал из Советского Союза, переехал в Вашингтон и оттуда управляет своими компетентными процессами. А на территории России оставил председателя президиума Верховного Совета с ограниченными полномочиями. Как Калинин, который, например, назначал министра государственной безопасности, который держал за стенках жену Калинина. И Калинин не мог ничего с этим сделать. Понятно, я извините, что перебиваю. Да. Вы знаете, вы у нас столько времени съели, я просто дал вам воздуха, потому что, на самом деле, этот вопрос многих интересовал через СМС-портал. Мы не успели выслушать даже недовольных законом. Таких меньшинство получилось и по второму голосованию в нашей программе «Позиция», а именно 69,6% это те, кто поддерживает закон, даже пусть и в первоначальном виде, называется он пока о статусе национального бизнеса. В России понимают инструменты, понимают, к чему хорошему это может привести для российских компаний, пока еще даже не существующих. Ну и 30,4% против. Евгений Алексеевич, мне остается только вас поздравить с сегодняшней победой. Спасибо. По двум позициям. Это была программа «Позиция». У нас очень умные зрители. У нас слушатели. Да. В зрители они потом превратятся. Депутат Госдумы, единорос Евгений Федоров, спасибо вам огромное. Спасибо. Всего доброго. Удачи.